Ребята, хочу чтобы познали. У меня есть свой сервер, вот IP. И он в синем цвете. Можете заходить, но он пока не работает. Как видите. Вот играем на версии Forge 1.16.5. Вот, ну и пошли в Roblox. Ребята, сегодня мы играем в адский футбол. Итак, ребята, и это продолжение того 27 видео, которое идет 27 секунд, где я отпал свой сервер. Ну, сейчас буду его опубликовать. Конечно же, не у вас. А, буду. Все, ребята, мы опубликовали, сейчас заходим. Опа, реклама. Не реклама, а Робокс. Погнали, погнали, погнали! Ой. Я не знаю, как выкрыть. Просто... Ой, ой, ой! Пялочка! Ху! Это... Прикольно, да. Ой! Ух, это... Это чекпоинт взяли по ху. Да. Не поворачивается. Белотусечки! Опа! Опа! И чё? И как? Тут чё, просто надо ехать? У меня... Мини. И к косичке папа. Ладно, пройду, ребята. Ребят, почти прошел. Нет. Ух. Ух. Да блин. Ребята, я это прошел. Тут. Блин, опять крестики! Но я не буду умею так. Ребята, мне интересно. Смотрите. Да. Опа. Тяжелкая. Нажимайте на цифры, которые появляются. Вот. Вот на. Ребята, 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 это реально сложно. Я ссылочку в описании на игру оставлю. И попробуйте сами, если думаете, что это было. А как новый велик покупать? Ну, ладно. Старт. Надеюсь, гонка поменялась. Нифига себе! Нифига себе! О! О! Воу-воу! Летим! Летим! Это круче испытание мистера Биста.
прошлом видео, типа, что мне мистер Бист на испытание позвал не рекламу, не по серверу, которая уже вышла. Ну как вышла? Проводит премьера, она начнется скоро, можете заходить посмотреть. Если она у вас уже вышла. Смотрите, бах, 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 бах. Чего? А, надо объехать. Я думала, это выход как будто. Я думала, это выход. Эти вот тяжело посидеть, ребята. Ребят, ребят, я круто, 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 добрался, нифига, я по-моему четвертый, я не ошибаюсь, да, я четвертый, сейчас не буду четвертым, надо бежать. Не знаю, как я так могу сейчас на обычном видео, хотя я класс зашел. ВК. Блин. Меня я не четвертый. Не, я третий, так вам скажу. Куда же? Вам. Са-са-са-са. А чё? Что произошло у меня? Лучше? Ой, ребята, я походу что, пройду второй? Да, я это прошу. Блин, это сложно. Знаете, вот эти двери, да, сложно. Стабильно сидите, сидите. Вы сейчас. Да. Все, мы не успеем, ребят. Но это не получится. Да. Нет, ну, там же есть. Это да. Ну, вот тут. Тут не подходит. А, это робоксы, да. Я не должно хочу. Ну, ладно. Ребята, да. Ну, нет, я так потянула.
Чекпоинт? Я не чекпоинт. Ты не взял. Дри. Чекпоинт не взяли. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. 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 Нет, мы не играем. А проходит переговор, и я вам кое-что рассказываю. И сейчас. Так, ребята. Короче, я... Что? Говорю, у меня не только на 50 подписчиков. Вот этот клип, но и на 40. Так, так что... Еще 2 подписчика. И клип. Подписывайтесь, чтобы у меня был клип. Можно даже с других аккаунтов. Упали. Ну ладно. Бесит. Вот и ваш блинашек. Там и настежек коктейль. У нас 40 подписчиков будет клип пропускал. На 50 подписчиков будет клип. На 80. Также на 100 будет. На 120, не, на 130, не, на 150 будет также клип. Клип, 150. Дальше, давайте подумать. На 200 подписчиков, 250 и так далее, 150. И на 1000... Еще 200 подписчиков у меня будет клип. Клип супер. Ну а на 100 подписчиков я уже не знаю, что сделать. Видосики свои. И будет супер-супер клипик. Но я хочу стать популярным. Не вспомните, но я еще. Один. Два. Подписчиков. Нет, 100 подписчиков. До следующего лета. Исполните, пожалуйста, мою мечту. Что? Что? Да. Пожалуйста. Просто исполните. Так, погнали. Нет? Я вас очень... Я, ну ладно, давайте проходить Tower of Hell. Хоть кто у меня записи идет 10 минут. Ну, я не буду говорить название. Чё я делаю? Вот видео. Там можно списывать 10 минут на бесплатную версию. Ну, пошлите в ProTower, что ли. И некоторые видео длятся больше, потому что... Ну, без звука, потому что я делаю их вот так вот и нажимаю сюда. Вот, и тогда они без звука получаются.
Блин, забыл, что нету этой антисветяшки. Как на прошлом купили. Потому что тут она стоит. А остальные больше стоят. Но! 96! У казачьего хора 96! Ровно! У казачьего хора 96! Сейчас кто на второго, кто на третьего? Ладно, ребята. Понятно. Всем пока.